среди конкурсантов «Новой волны». Расскажите, да. Волнительно? Волнительно очень, потому что всегда очень жалко тех, кто... Потому что, естественно, все очень стараются и выкладывают свою душу. И всегда очень обидно, и иногда даже плачешь вместе с теми, кто не выиграл, скажем так. Поэтому я, наверное, буду доброй судьей. Вот, и постараюсь как-то морально поддержать ребят. Вы сами неоднократно были лауреатами многих конкурсов, в том числе Евровидения, как мы все помним. Скажите, какие были ощущения, когда вы выходили перед огромной публикой? Ну вот прошло уже почти 20 лет, нет, 18, я до сих пор помню этот день, как будто это было вчера, и то свое состояние, конечно, наверное, это был самый волнительный день в моей жизни, мне так кажется, вот, потому что, ну, у меня тогда совсем не было опыта, я была совсем юна, 16 лет, и вот эта одна мысль, то, что я представляю такую могучую, огромную страну, и все внимание пристально на мне, было, конечно, очень-очень тяжело. Это вот. Было превосходно, вашу песню мы до сих пор напеваем. Да, я потом много лет на гастролях пела на бис песню соло по 2-3 раза подряд, даже такое бывало. С вами была Алсу, специально для Сочи.ком.